Крипто-стартапы для различных направлений. Друзья, если вас заинтересовал какой-то проект из ролика, пожалуйста, проверьте актуальность информации. В мире криптовалют информация очень быстро меняется, многие проекты порой очень быстро и неожиданно прекращают свое существование. Итак, погнали. Введение. В конкурентной борьбе за привлечение инвестиций крипто-стартапы предлагают использовать блокчейн практически во всех сферах человеческой жизни. Проекты разрабатывают идеи для обмена сообщениями, цифровой связи, создания прогнозов, монетизации контента, игровой индустрии, путешествий и других направлений. Технология блокчейна обеспечивает любому желающему свободный доступ и равные условия, прозрачность системы и безопасность данных. Механизм децентрализации позволяет минимизировать цены на операции. Подобные решения позволяют блокчейн-разработкам конкурировать с централизованными сервисами в нефинансовом секторе. Социальные сети, мобильная связь, туристическая сфера и другие. Популярными площадками с инновациями для сферы игр, прогнозирования событий и цифровой связи являются платформы Decentraland, Gnosis и Dent. Децентрализованная площадка виртуальной реальности, в которой пользователи могут разрабатывать и монетизировать приложения и контент. Платформа является метавселенной, позволяющей участникам контактировать друг с другом в цифровом мире. Площадка поддерживает интерактивные игры с трехмерной графикой. Пользователи сети создают, управляют и торгуют виртуальной землей, ценностями искусства и NFT. NFT – это универсальный электронный сертификат, подтверждающий право собственности на цифровой актив. Decentraland работает на блокчейне Ethereum. Собственные токены платформы Mana и Land. Монеты Mana используются для получения Land, оплаты сервисов внутри сети и покупки цифровых предметов. Аватары, одежда для них, имена героев и другие объекты. Токен Land является NFT и представляет собой территории, приобретаемые участниками сообщества. С помощью токенов Mana и Land пользователи платформы голосуют по организационным вопросам Decentraland. Проект создан в 2015 году Эстебаном Ардана и Ариэлем Мелихом. Основная задача Mana – это построение открытой виртуальной экосистемы, совмещающей игровую реальность с децентрализацией. Цифровое пространство Decentraland разделено на 90 600 земельных участков, каждый размером 100 квадратных метров. Поиск Land происходит по координатам в виртуальном мире. Владельцы территории могут их развивать, заселять другими участками, делать постройки, предоставлять в аренду и продавать. Кроме того, собственники Land имеют возможность сдавать рекламные площадки и предлагать платные услуги. Проект востребован среди геймеров, авторов контента, компаний и частных лиц. Gnosis Protocol, GNO, децентрализованная система для создания прогнозов различных событий, рынок предсказаний и разработки программных приложений. Платформа действует на базе блокчейна Ethereum. Валюта площадки GNO, максимальная эмиссия токенов 10 миллионов единиц. Gnosis запущен в 2015 году Стефаном Джорджем и Мартином Копельманом. Основная цель проекта – построение открытой блокчейн-сети, которая упростит создание приложений для сферы предсказаний. Участники Gnosis могут делать ставки на результат любого события в различных сферах – музыка, государственные вопросы, спорт и другие. Применение смарт-контрактов исключает влияние сторонних лиц на процесс прогнозирования. Желающие имеют возможность составлять рынки прогнозов для отдельных событий, в которых участники приобретают части предсказаний. Площадка поддерживает создание, хранение и торговлю криптоактивами. В системе действует автоматизированный маркет-мейкер, Custom Market Maker. CMM. Он обеспечивает автоматическое выполнение торговых операций через специальные алгоритмы. С помощью CMM участники могут создавать сложные торговые стратегии. В рамках сети работает цифровой кошелек Gnosis Safe Multisign. Пользователь настраивает кошелек под личные параметры. Для защиты от взлома и потери средств
В Gnosis Safe Multisite предусмотрено подтверждение операций несколькими электронными подписями. Среди партнеров проекта блокчейн-платформы Polygon, Balancer и Snapshot. DENT – это децентрализованная блокчейн-система цифровой связи, позволяющая участникам торговать или бесплатно раздавать мобильные данные. Сеть DENT построена на базе смарт-контрактов блокчейна Ethereum. Валюта платформы – DENT. Максимальный выпуск монет составляет 100 миллиардов единиц. С помощью токена DENT участники приобретают пакеты данных в системе. Площадка запущена в 2017 году. Основная задача DENT – это создание децентрализованного мирового сообщества, объединяющего пользователей цифровой мобильной связи. Система разрабатывается как альтернатива существующим операторам, предоставляющим сотовую связь. Участники DENT могут продавать свободный трафик или ненужные мобильные услуги другим пользователям. Продажа данных происходит через автоматические торги на биржевых аукционах. DENT Exchange. DENT предлагает желающим карты eSIM, поддерживающие использование нескольких провайдеров мобильной связи в одном устройстве. Участники сети имеют возможность выбирать тарифные планы с минимальными ценами, пополнять телефон и общаться за границей без роуминга. Приложение Voice. Кроме пользователей сотовых телефонов, к системе DENT могут подключаться мобильные операторы для обслуживания своих клиентов. Услуги площадки доступны в 140 странах мира. Среди партнеров DENT – мировой производитель оборудования Samsung и компания по разработке мультимедийных технологий Telecom Infra Project (TIP). Платформа также сотрудничает с некоммерческой организацией Enterprise Ethereum Alliance, которая ищет решения для сферы бизнеса на базе блокчейн-технологий. Помимо криптовалюты, децентрализованные решения применимы в разнообразных сферах, от обмена сообщениями до виртуальной реальности. Технологии на основе блокчейна обеспечивают свободный доступ всем желающим, защиту интересов участников и минимальные комиссии. Кроме рассмотренных проектов, собственные варианты применения блокчейн-решений представляют стартапы Augur, Steam, Everypedia и Travel.com. Augur, тикер REP, децентрализованная площадка для создания прогнозов различных событий, спорт, политика, финансовые показатели, природных катаклизмов и другое. Проект запущен в 2014 году Джо Крюгом и Джеком Питерсоном. Сеть разработана на основе блокчейна Ethereum. Токен системы REP. Основная задача Augur – создание на базе блокчейна открытого рынка прогнозирования, обеспечивающего справедливые условия для всех участников. С помощью покупки акций пользователи платформы ставят на результат того или иного явления. Акции подтверждают или отрицают вероятность его наступления. Если прогноз событий оказался верным, участники получают вознаграждение. Площадка проверяет объявленный исход предсказаний через систему оракулов. Оракулы — это программные сервисы для связи блокчейна с внешним миром. Они получают подтвержденные данные вне сети. Технологии исключают умышленные искажения результатов событий. Steam – криптовалютная блокчейн-платформа, предназначенная для социальных сетей. Площадка создана в 2015 году Даниэлем Ларимером и Недом Скоттом. Собственный токен платформы – Steam. Цель проекта – построение децентрализованной сети, которая даст возможность зарабатывать криптовалюту всем желающим без финансовых вложений и специальных знаний. Steam представляет собой систему обмена данными пользователей и социальную сеть. Площадка позволяет участникам сети получать мгновенный доход в зависимости от активности и взаимодействия с контентом. Пользователей вознаграждают токенами Steam. За создание контента, участие в вопросах и голосованиях, отметку публикации, написание комментариев и другие действия в соцсетях. Everypedia, тикер IQ, универсальная онлайн-энциклопедия на базе блокчейна, включающая свыше 6 миллионов публикаций на английском языке. Токен Everypedia IQ. Монета применяется для оплаты сервисов внутри сети и участия пользователей в вопросах управления платформой. Проект стартовал в 2014 году. Площадка задумана как децентрализованная альтернатива интернет-энциклопедии Википедия. Миссия Everypedia – разработка инновационного подхода к управлению доступной электронной базой знаний с применением блокчейн-решений.
Участники платформы свободно публикуют контент в системе Everypedia Network и получают доход за размещение материала токенами IQ. С помощью механизмов децентрализации происходит проверка данных, размещаемых на Everypedia. Автор ложной информации возвращает полученные за статью монеты IQ. Подобный подход увеличивает доверие участников к системе. Travelocom, тикер AVA, децентрализованная платформа для бронирования номеров в гостиницах и отелях по всему миру, свыше 230 стран. Криптовалюта площадки AVA, токен используется для проведения расчетов, вознаграждения лояльных клиентов, получения скидок и других транзакций. Travelocom запущен в 2017 году. Основная задача проекта – создание доступного и прозрачного сервиса на базе блокчейн-технологий для сферы путешествий. Участники Travelo.com могут бронировать жилье, апартаменты, виллы, гостиницы, хостелы, заказывать транспортные услуги и развлечения. Для оплаты услуг площадка принимает государственные валюты, токены AVA и более 40 криптовалют – эфириум, биткоин, BNB и другие монеты. С помощью решений гарантия лучшей цены Travelo.com поддерживает цены ниже до 40%, чем централизованные туристические агентства и онлайн-сервисы. Итог. Представленные в разделе проекты нельзя классифицировать в единую группу. Каждая платформа предлагает инновации для направлений, не связанных между собой и с финансовым сектором. Насколько технологические разработки эффективны и востребованы в социуме, покажет время.